не дай, в беде не кидай. Ярлы рвутся по куче, акула бегут из аула. Побег из аула! Катись газы, покорман газы. Счастье мне дай, в беде не кидай. Ярлы рвутся по куче, акула бегут из аула. Побег из аула! Денежных средств бесконечно мало, чтобы начать свою жизнь сначала. Своих не кидаю, в беде не брошу. Я не святой, но в целом хороший. Сказки хочу, хочу сказки. Денег, здоровья, тепла и ласки. Время не ждет, поднимайся со стула. Бегом из аула, бегом из аула. Катись газы, покорман газы. Счастье мне дай, в беде не кидай. Ярлы рвутся по куче, акула бегут из аула. Бегом из аула. Катись газы, покорман газы. Счастье мне дай, в беде не кидай. Ярлы рвутся по куче, акула бегут из аула. Побег из аула. Да, пацаны, вчера конкретно оторвались. Базар нет, братан. Ты куча капец, гладиатор. Вчера чуть троих не сломал. Я, акула, что ты постоянно свой нос мажешь? Братан, у меня на солнце нос растет. Че? Отвечаю тебе, я не хочу, чтобы он больше стал. Ну ты гонишь, акула. Ты куча не знаешь, не говори вообще. Я, посмотри, этот алкаш живой? Он вчера труба набухался с горя. Сапог. Сапог. Э, сапог. Сапог. Э, джиктере, походу, абонент временно недоступен. Э, походу, абонент заблокирован. Да, пацаны, классно здесь. Таиланд, солнце, кайф. Ну, конечно. Лучше, наверное, чем на базаре овощи продавать. Э, четыре. Вот эта камера лучше, чем та старая, да? Хорошо, хоть с той историей разобрались, да, пацаны? Да. Ладно, Берег, давай, брат, без обид. Ты знаешь, Ербол, если бы не моя сестра, то я бы никогда не согласился. Да я знаю. Давай попишу. Претензий не имею. А то я смотрю, юридически подкованный. На. Ну да. Ладно, Ербол, давай, не болей. Алле звонить больше не надо, мы с ней договорились. Я подписываю бумагу, а вы с ней не встречаетесь. Да и смысла нет, уезжает она. Давай, пацанам привет. Алло, Али. Да, только ушел. Да, подписал. Да нормально все просто. А ты что, уезжаешь, что ли? Ну а что ты не сказала даже? Не, ну просто. Хорошо. Давай. Да нормально. Давай, береги себя. Чае! Успокойтесь, что вы, блин? Успокойся, я говорю, сапог. Что там, Ербол? Братан, что там? Да нормально все. Поехали. Ну, мне жаль, конечно, было расставаться с Ильей. Но я понимал, что так будет лучше для всех. Для пацанов, для нее. Самое главное для нее. Я не знаю.
Джигтери, не зря так говорят. Если есть на свете рай, это Таиланд, ты все. Куча тебе стихи надо писать. Да. Жалко, это Тарина в армию забрали. Ему бы здесь понравилось. Да, у него там свой Таиланд. И смотрите, жирный решил нам раскрыть свою страшную тайну. В смысле тайну? Ну ты типа решил рассказать нам про свою настоящую ориентацию? А, вы про плавки что ли? Да, хорошие плавки. Вроде нормально все. Вроде нормально. Иди купи нормальные плавки, слышь? Не по понятиям. Нормальным пацанам такие женские трусы носить. Иди, говорю. Сам не можешь догадаться? Ай. Куча, а ты иди в номер бабки возьми. Сейчас покупаемся, потом поедем на мопедах кататься. А ты, акула, перестань свой нос трогать, блин. Запарил уже. И разбудите этого алкаша. Я, кстати, вы видели, он вчера с одной девушкой танцевал, я? Да это, походу, не девушка была. А кто? Это трансвестит был. Кто? Ну, полумужик, полубаба. А как ты это понял? По кадыку. Мужской кадык был. Их здесь только так можно различить. Нифига себе. Вы видели, он вчера с ней, то есть с ним целовался. Точно, я тоже видел. Бесси, он вчера в номере ночью 2 часа зубы чистил и матерился. Ну, сапог, проснешься, мы с тобой поговорим. Я тогда подумал, что сапог мне больше не друг. Ну, просто у нас в ауле не принято с мужиками целоваться. Даже если ты пьяный. Ну, даже если тебе хочется. Ну, в смысле... Пацаны, я этот подумал. Че? Да, там этот... Че? Говори быстрее, че ты хочешь? Ну, насчет фильма. Что за фильм? Ну, как? Мы же обещали фильм хороший снять, а мы отдыхаем здесь больше недели уже. Да ладно, снимем этот фильм, что ты? Я просто, Ерла, понимаешь, для начала нужно настроиться, отдохнуть, ты гендешь. Нет, просто это отец моей невесты, он потом ругаться будет. Вот хитрый, а, жук, да, жирный? Сам решил жениться, а мы должны за него отдуваться. Да нет, просто этот... Ее нет, плюс ты. Да ладно, пошутил я. Снимем мы этот фильм. Сейчас немного адаптируемся, да? Загорим. Акклиматизация, дегенде, я. Че вы сидите? Давайте быстрее. Куча, в номер давай. Я пока покупаюсь. Не утони, братан. Успокойся. Жирный, ты можешь нормально играть? Че ты мухлюешь? И кто его так бросает, блин? Нормально бросай, а? Как на бабке играть, так сразу. Меркантильный, блин. Ахшага Ульген. А ты че там, акула? Овощи базу устроил. Братан, мытые помидоры хорошо берут. Лучше бы ты свои ноги помыл. Короче, пацаны, слышь? С этим терпилой Бериком, да? С его паханом все развели. Теперь с этого дня все делаем по закону. Понятно? Правильно, братан. Теперь гоп-стоп надо ночью делать, да? Чтобы лиц не было видно. Какой еще гоп-стоп? Ты что, гонишь, что ли, куча? Вообще не понимаешь, что ли? Я говорю, все, без левых. Нормально живем. И вообще надо какую-то работу хорошую найти. Да кто нас аульских на работу возьмет? Ну? Че, да, точно. Надо верить в себя. Президент тоже в ауле рос, в Чемолгане. И чё? Все равно президентом стал же? Чё, мы хуже городских, что ли? Пацаны, я это подумал. Чё? Ну, этот... Чё, говори быстрее, блин, не беси меня, а? Мы же умеем фильмы неплохие снимать. Точно, И да это все фигня.
Чтобы нормальный фильм снять, нужны бабки. Отец моей невесты Айжан. Че, погана твоя невеста Айжан зовут? Прикинь, такой агашка его Айжан зовут. Айжан ага, Айжан ага. Нет, его Хайрат ага зовут. Да я понял, что ты. Он хозяин туристического агентства. Может, к нему обратимся? Он нам с деньгами поможет. О, хорошая идея. И может, тогда в другой стране фильм снимем, а? Точно, вот. Отдыхайте на курортах Таиланда. Давай, бейся. И чё, пацаны, я весь день проспал, что ли? Ну да. Мы думали, ты уже никогда не проснешься. Я, что сегодня будем делать, а? Может, пойдем с девчонками познакомимся? Тебе что, сапог, прошлого раза не хватило? Мужик-то хоть симпатичный был? Да завязывайте, пацаны. Откуда я знаю, что это мужик? Ну, я же в первый раз был в Таиланде. Я же не знал, что некоторым мужикам надо переделаться в женщин. Просто пригласил потанцевать. Дальше не помню. Где сапог? Ты же с ним или с ней целовался же? И пацаны, договорились же, что забудем об этом. Э, сапог, как такое забудешь? Ты чё? Это же нереально. Э, ты оттуда не пил? Я акула тебе ещё нос сломаю, понял? Лучше уж нечаянно с мужиком поцеловаться, чем специально с карлыгаш. Базарбека с сестрой. Фу, акулы, ты что, с Харлгаш целовался, что ли, а? Да там темно было. И реально, пацаны, там фиг различишь, где Базарбек, а где его сестра. Фу, хоть от меня отстали. А я как-то ночью, прикиньте, в ауле в магазин пошел, и чисто невжданчиком из-за угла вот эта Харлгаш вышла. И я никогда в жизни так быстро не бегал, а? Фу, слава богу. Получи, акула. Ты куча, давай быстрее раздавай, а? Че ты тянешь? Э, сапог? А че говорят, ты вчера с мужиком целовался, что ли? Вот козел, все испортил. Еще как целовался. Блин, надо быстрее стрелки перебить. Я думал, ты этого мужика девушку домой заберешь, в аул Копашки приведешь. Типа, вот моя невеста. Типа иностранная килинка. Ну, акула. Вот, апа, познакомьтесь, это ваша килинка. Салемат сізбе, апа. Ой, бай, мынау менің келінім бе? Масқара. Э, слышь, пацаны, здесь с девчонками поаккуратнее надо быть. Я читал, что Таиланд на втором месте в мире по спиду. Э, да ладно, не на первом же. Пацаны, а может уже сценарий начнем писать? Что за сценарий? Ну, сценарий к фильму. Что за фильм? Я в Казахстан вернулся недавно. Поэтому, как бы правильно выразиться, не совсем в курсе нашей киноиндустрии. Я очень долгое время проработал в Европе, и поэтому просто так рисковать не могу. Не, конечно. Но Ирлан мне говорил, что вы хорошо снимаете кино. Ну, как хорошо? Что? А, ничего, хорошо снимаем, ага, вообще конкретно снимаем фильмы, да. Там, сейчас вот хотим новые, понятно. Да. А что вы уже сняли? Разные, ага, фильмы сняли, даже этот фантастический. Вот мы один диск принесли, сапог. А, давайте, давайте. Чтобы вы, да, сразу посмотрели и как бы... Ну что ж, отлично. Посмотрю, подумаю и решу. Возможно, будем вместе сотрудничать. Базар нет, да? Нормальный дядька, с понятиями. Э, пацаны, вот это что такое? Не знаю. А ты где это взял? Нигде, там. Где там? Там. Где там? Дома. Где ты взял эту фигню?
Дома я тебе говорю же, отвечаю, дома взял. На, иди отдай технично. Че, ты дурак, что ли? Ты запарил уже, завязывай, ты че? Гонишь, что ли? Э, пацаны, давайте лучше фильм посмотрим, а? Сапог, где диск с рэкетиром? Час. Давай, давай, давай. Куча, чё, тебе девчонки с общаги не звонили? Да нет, они же страшные. К ним звонишь, они еще трубку не берут. Чё за фигня, я? Я это уже где-то видел. Э, Сапог, это же ты! Это Человек-таук, а где рэкетир? Не знаю. Э, мы же тебе сказали, рэкетир запиши. Я записал на один диск рэкетир, а на другой Человек-таук. Мне Ербол сказал. Так что, получается, ты там у Агашки рэкетир отдал, что ли? Блин, пацаны, вы только Ерболу не говорите. Он меня порвет. Да ладно, не скажем, мы же друзья твои. Пацаны, отличная новость. Только что звонил Хайрике. Фильм, говорит, нереально понравился. У нас есть спонсор. Сейчас я ему ответ напишу. Ербол, братан! Этот тупой Сапог диски перепутал. Он тому Агашке рэкетир отдал. А вы молодцы. Очень хороший фильм сняли. Ахан, у вас талант. Как? Ахан, вы же Ахан Сатаев? А, да. Ну да, ну там же в фильме написано, в титрах, режиссер Ахан Сатаев. Да, просто вы знаете, мы хотели вам кое-что сказать. Ну... Не надо ничего говорить. Фильм уже все сказал за вас. Обожаю фильмы про бандитов и рэкет. В общем так, Ерлан мне сказал, что вы свой следующий фильм хотите снимать в Таиланде. Да, хотели. Просто... Что? Ничего. Поэтому я оплачиваю все ваши путевки и спонсирую ваш фильм. Езжайте и снимайте. Э, чё, пацаны, чё будем делать? Пацаны, я этот, подумал. Чё? Да, там, этот... Ты говори нормально, чё? Ну, насчёт фильма. Э, ты успокойся со своим фильмом, понял? Э, ты жирный, чё постоянно настроение портишь? Видишь, пацаны отдыхают. Пацаны, чего мы здесь целый день торчим? Я там через одного гида пробил недорогие билеты на Альказар-шоу. Чё за Альказельцер-шоу? Не Альказельцер, а Альказар. Это шоу трансвеститов. Э, завязывай, акула. Не по понятиям нам, нормальным пацанам, на переделанных мужиков смотреть, тем более за бабки. Да ладно, это же шоу. Ты это лучше вон Сапогу предложи. Э, куча, э. Да, пацаны, пойдемте, там прикольно. Э, я сказал, не пойдем. Э, братан, может, все-таки пойдем, а? Э, вы что, гоните, что ли? Я сказал, не пойдем. И все, точка. Пацаны, вы только никому не говорите, что мы на такое шоу ходили. Отвечаю, не поймут.
Я так базар не дался, я не ожидал этих. Вообще все супер это, блин. Я смотрю, сапогу больше всех понравилось. Нет, да вы что, завязывайте, пацаны. Пацаны, если честно, то некоторым девушкам должно быть стыдно. В смысле? Ну, если мужики могут так красиво выглядеть, а они даже так не могут. Ты сейчас про свою невесту говоришь? Нет, много же разных девчонок. Жирный правильно говорит. Есть девчонки, которые этот голову не моют, с жирными волосами ходят. И этот даже манекен не делает. Что за манекен? Ну, манекен, че оно, когда ногти делает же манекен. Это маникюр называется. Иди ты. Если честно, то я одно скажу, да? Лучше самая страшная тёлка, чем самый красивый мужик. Отвечаю, ё-моё. Братан, что будем делать, Как что? Поехали гулять! Сапога, что случилось здесь, Сапог, брат, сапог, что случилось, сапог, ё-моё. Что случилось, сапог, что случилось? Ничего. Сапог, скажи, что случилось? Отстань! Да ладно, мы же с тобой лучшие друзья. Ты только никому не говори. Конечно. Короче, я же вчера с девушкой познакомился же в клубе. Это она тебя ударила? Вы ушли спать. Я ее пригласил сюда, в номер. Мы выпили, веселились, танцевали. Я ее обнял, поцеловал. Короче, она тоже оказалась не настоящей. В смысле не настоящий? Еще говорят, что я тупой. Она что, тоже этот трансформатором оказалась? Да, трансвестит. Ё-моё. Нифига себе. Я куча. Только никому не говори. Понял? Конечно, брат. Ты чё, сапог? Мы же с тобой лучшие друзья. Я чё, балабол, что ли, чтобы кому-то рассказывать? Ты чё, братан? И ты чё, серьезно? Я вам отвечаю, пацаны. Я чё, балабол, что ли, чтобы обманывать? Форман газы, счастье мне дай, в беде не кидай. Ярлы, ярбол, сапог, куча акула, бегут из аула. Побег из аула! Катись газы, по корман газы, счастье мне дай, в беде не кидай. Ярлы, ярбол, сапог, куча акула, бегут из аула. Побег из аула!
Денежных средств бесконечно мало, чтобы начать свою жизнь сначала. Своих не кидаю, в беде не брошу. Я не святой, но в целом хороший. Сказки хочу, хочу сказки. Денег, здоровья, тепла и ласки. Время не ждет, поднимайся со стула. Бегом из аула, бегом из аула. Антисказы, покорман газы. Счастье мне дай, в беде не кидай. Ярлы, ярбол, сапог, куча акула. Бегут из аула, бегом из аула. Антисказы, покорман газы. Счастье мне дай, в беде не кидай. Ярлы, ярбол, сапог, куча акула. Бегут из аула, побег.